Чешская телевізія представляє серіал «Пацуки». Вожик Панчошка. У далекой Моравии, посярод Валаского королевства, на невеликим сметнику каля Визовиц жили два пацуки. Годан и Губерт. Это я. А с нами гипсовый карузлик Людвиг и Эдик, поддоследный пацук с Праги. Жили мы у ваутульных шуфлядах старой швейной машинки с видом на пылесос. Нарисовать. Раніца была незвычайной, цалком незвычайной. Як выспался, Годан? Кепска, Губерт. Сыр таки твердый, что нам от его зубы разболелися. Тьфу, и молоко нейкое прокислое. Ну ясно, пятница 13-го. И сигнал зникая. У нас проблема. Батарейка сядая. И еще у им нечто бургоча. Сдается мне, Годан, что это не в телефоне. Что бы это могло быть? Это у наших страуниках бургоча. Нечего нам хочется. Я ведаю. Запечем шарлотку, га? Что это такое? Яблочный пирог. А для его потребная протьма яблок. Но мы ведаем, где их шукать. Але кто его будет пячи? Я выдатный пекар, сябры. Ходим. Краса, любота, почни, готова ти не полова. Як скажешь, Эдик, почнем. Яблоки сюды, утворим ланцужок. Выдатно, сябры. Теперь нам потребная печка. С духовкой. Есть тут духовка, але она далека. Не беды, наперед. Что такое? Чему стоим? Ай-ой, видать, авария. Мяшалка покнула. Я больше не могу. Я так само. Я ж кажу, пятница 13-го, але спокойно, уже близко. Налягай. Ну, Эдичек, мы на месте. Выдатно. Починаем. Чакай, Эдик, не роби этого. Ну, Эдик, что ты наробил? Что я бачу? Кто по мне это грукая? Духовка говорить. Бо у ёй живе вожик Панчошка, славутый кухар. Ну и выдатно. Вылазь и да поможи нам. А не хош, у пятницу 13-го я никуда не лезу.
Гамон, духовцы и шарлотцы. Ніякого пячення у пятницу 13-го. Вядома ж, календар со сметника. Спрес 13-ки чорная, 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 червоная. Яно ж, не бойтеся, хлопцы, у мене ідея. Вилазь, панчошка, п'ятниця 13-е адмяняється. Вилазь! Сьогодні вже 18-е, нішто собі? Панчошка, мені потрібний помічник. Помічник? Да я головний кулінар. Ми тут пірог пячем. Я вам лепшу рулет спяку. Як гэта робіцца? Як яго пячы? Вы пячы не ўмеете? Ну то я ўжо іду. Каб памочнікам быў вожык, не прыгожа. Ён найлепшы кулінар і пекар ён жа. Яблыкі, мука і цукар, вось кухарская навука. У спаборніцтве ўсіх вожак пераможа. Кажуть, вожик початковец, чутки плетки. Ён усё, что треба, возьме для шарлотки. Ведае потребный градус, завихается. Ну, радость, будет яблочный рулет, таки солодки. Ведае потребный градус, завихается. Ну, радость, будет яблочный рулет, таки солодки. Хай мне кожный скажа у твар, кто тут пекар ваших мар, кто найлепший кулинар, кухар-кулинар. Дякуй, панчошка. А где Людвичек? Застався на швейной машинце. Ужо несу, вядома ж, пятница 13-е. Этак у вожика панчошки у календары з'явіўся лишний день. А мы покаштовали смачный яблочный рулет. Добра ночь. Цукі зусім не хамякі, у нас і выгляд не абыякі. Апроч хвастоў, вусоў і кіпцяў ёсць, а шчацінінае поўсць. Прыкрыем вочы параю вушэй, адно сляпы нас прыме за мышэй. Мы пацукі, каб гэта даказаць, можам зубы паказаць.